Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции. И в этом видео первые минуты листинга криптовалюты BAR. Криптовалюта BAR – это токен, который называется в честь фанатов Барселоны. Возможно, будет больше спрос на них. Итак, на первой минуте у нас скачок был в два раза, с 38 до 73. Почему-то у меня тупит телефон. Или это тупит сама программа. Но, как вы видите, уже сейчас цена 60. Вот, не видно ни сделок, ни ордеров. Но время идет. И объемы не высвечиваются. Итак, посмотрим дальше. Возможно, через некоторое время он растормозится. Но сейчас приблизительно чуть выше серединки цена. Я лучше подключусь, наверное, чуть-чуть попозже. Ну, как вы видите, на биткоине тоже что-то все тупит. Итак, уже пошла третья минута, цена немножко проседает. Но уже появились, можно посмотреть рыночные сделки. То есть очень много в каждую секунду. Сейчас цена 60. Включимся еще через пару минут. Итак, прошло уже 8 минут, он растормозился, показывает скачок сейчас 48%, стоимость 56, и объем получается 40 миллионов за 8 минут. Ну, это не супер много по сравнению с другими криптовалютами, которые у нас записаны в листинге. Можете посмотреть, как бывает прикольно вообще в первые минуты. Сейчас стандартно цена идет вниз. Опять же, включусь еще чуть-чуть попозже, чтобы сравнить, что же произошло дальше с криптой и можно ли вначале заработать сразу после листинга. Ну, посмотрим, вот какие есть ставки. 68 и 40 максимум показывает и минимум 39 больше не показывает. Можете останавливать, там смотреть, какие объемы и куда может пойти цена, в зависимости от этих объемов. Так, посмотрим чуть позже. Итак, прошел уже несколько часов. Как мы видим, у нас формировалось несколько волночек. Было несколько максимумов и минимумов, которые можно было заработать. 67, 53 и сейчас вот 57. Возможно, дальше будет идти вниз еще немножко. Ну, уже видим какой-то эффект. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.